Видели бы меня сейчас мама с папой. Они бы меня точно арестовали. Тебе посылка! Накал! Не волнуйся, я здесь. Я твой. Общими усилиями. Извини, друг, ничего личного. Лови! Не надо, не надо, не вставай! Встречаем! Вот и сказочный конец! Пополам! Хорош валяться! Вставай! Мне за тебя больно! Ну ладно. Без меня тебе не справиться. Прощальный подарок. Извини, работа. Награда моя. Не забей, хорошо? С моей помощью, друг. Ты уже все? Думаете, это я накал! Вас боюсь?
нужна твоя помощь, друг? О, да. Это единственное, что имеет значение. Наверное, это какой-нибудь футбольный тренер.